воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ блогери України, і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене знов прийшла чудова, розумна дівчина, політичний експерт, політтехнолог, блогер Ольга Зубко. Привіт всім. Вітаю, вітаю. Оля, дивись, якщо у мене декілька днів тому було тільки одне питання, де сніг, то тепер у мене питання, де Гончарук буде кататися на самокаті своєму. Тому що сьогодні він підписав, ну, скажімо так, відставку свою. Мене це шокує, ну, це шокує мене, тому що, по-перше, були, ми знаємо, що декілька днів тому в Росії теж уряд пішов у відставку. І якось так це співпадає, що ми знов повторюємо за Москвою. Как по мне, тут сразу три вопроса, можно я отвечу на все. Первое, где снег? Такого бессмысленного перелета на юг птицы еще не совершали, да? Второе, по поводу Гончарука. Где Гончарук пока на своем месте? Ну, точнее, мне кажется, он, естественно, не на своем месте, но пока он работает, где и работал. Его отставка такая какая-то эфемерная, потому что я подал в отставку, но если согласует президент. А президент сказал, я подумаю, а вопрос, долго ли будет думать президент, что он там надумает, и это, если уйдет Гончарук, то уйдут все. Министры стали сейчас в Фейсбуке массово поддерживать Гончарука, да, и говорить о том, какой он хороший премьер-министр, зачем же его и так далее. То есть все боятся, у всех уже жим-жим. Но особо ты будешь сумувати за цими? Я нет, я не успела его полюбить. Ну, а що саме не сподобалося? Ну, он профан, он сам признался в этом. Хотя он теперь утверждает, что это имелось в виду профан в смысле, это он пошутил так, что вот я профан, объясните мне, то есть он понимает, но ему надо объяснить так, как будет. Тобто він готував свій стендап для варіати-шоу, да, якийсь, да, може, скорее, да. А скорее вони взяли цю частину, вирвали, да. І виходить, що таке. Просто я скажу відверто, я не слухав ці плівки, ці розмови. До мене люди, ну, різні підходили, казали, це щось такі, це така бомба, просто послухай. І я, чесно, ну, не дуже, у мене, ну, не було в мене бажання це переслуховувати, але зараз я дивлюся, що це доводить до того, що Гончарук збирається йти у відставку, я розумію, що це дійсно якась бомба. Ви хочете спросити, смотрела ли їх я? Да. Слушала, точнее, естественно, слушала. Враження. Ну, прям вау не произошло, потому что столько уже эти вот кандидаты, точнее, не кандидаты, а депутаты за команды наговорили в кулуарах умных вещей в скобочках, что я не знаю, чего говорить об этих пленках. Ну, одним словом, точнее, двумя словами президент, у нас ежик в тумане, так сказал Гончарук. Сказал, что он в тумане все понимает, и что вот умный уряд должен ему объяснить, что же все-таки и как правильно. И то есть это сильнее вплинуло, ніж там, например, там деякі питання пов'язані з зарплатою. Ну, как по мне, так питання з зарплатою намного интереснее, чем вот эти пленки, потому что, извините, когда они повышают себе в разы заработную плату, при том, что у людей 4000, насколько, 72 гривны повысили прожиточный минимум и повысили зарплату, то это, честно говоря, смешно. И чем они отговариваются? Отговорки у Гончарука такие, что мы ложим себе в карман, не ложим себе в карман зарплаты в конверт черные, поэтому нам нужно больше платить. Но также мог говорить и Янукович, то есть уряд при Януковиче и все остальные, правильно? Ну, поэтому, я напевно, мы... чтобы его почули б тоді, ну, уряд, да, Януковича, ну, Януковича. А сейчас, особисто, пока еще на вот этом, базируясь на вот этом доверии, все-таки слышат, наверное, Гончарука и же с ним, но, к сожалению, как по мне, так меня задели больше зарплаты. А пленки, ну, честно, смешно, ну, назвал президента дурачком, извините, сам признался, что он профан, но теперь то же самое отговорки, если вы видели видео, которое он разместил на Фейсбуке, он ничего такого не имел в виду. Он просто попросил на примере салата оливье, да, рассказать, как правильно, вот, как правильно объяснить и донести до президента, который не является профессионалом в экономике, и донести, ну, до народа. Это приблизно, как дитина, немовля, сидит, ему треба там разжевать, то есть, да, сумеш цю размешать, да, теплу водичку. Но, судя из этих пленок, у меня сложилось такое впечатление, что они сами не особо понимают. То есть, о профане, мне кажется, он не пошутил, хотя он вроде бы парень грамотный, но... Профан в квадрате, я просто профан, звичайный, такие, да, просто такие. А
я уже больше просунутый. Да, я думаю, что вот он особо, они сами не понимают эту грань между государственной экономикой и той, что они учили в университете. Скорее всего, так. Я хотів би от зараз разом з тобою подивитися, як саме відбувалася зустріч пана Гончарука з нашою Верховною Радою. Увага на екран. Година запитань до уряду. Час години запитань до уряду вичерпаний. Шановні колеги, не передбачають година запитань до уряду, виступу. Якщо необхідно буде, наступного разу запросимо прем'єр-міністра, і він буде... Хочу сказати, що чомусь оператор взяв крупним планом Максима Бужанського, от щось йому було цікаво, звернув він увагу, що він чомусь не аплодував. Звісно, він ж «Ночний дозор», який позавчора або вчора ходив і шукав прем'єр-міністра за те, що його назвали там групою Коломойського, да? І він ходив і шукав вместе з іншими депутатами, щоб, як дословно, якщо можеш таке говорити в ефірі, я знайду цю гніду і розкажу йому, як треба правильно розмовляти з народними депутатами. Ну і хотів же его заявление об отставке, потому что вот он не уважает президента, который его, в принципе, назначил. Если заява про отставку появилась, то мы можем додумати, добился? Що Макс Бужанський все ж знайшов. Я думаю, що це, мабуть, такий от просто ход для того, щоб і не уволити, але я подав в відставку, а ви вже самі розбираєтесь. А потім цього прем'єра оставити і скажуть, видите, який він хороший, раз навіть за таке його от оставили. Ну, а от його поведінка, що ну, йому кричать ганьба, а він встає, ну, во-первых, почекайте і давайте будемо аплодувати. Мені дуже подобалось це, що во время години запитань до уряду не предусмотрены запитания для уряду, да, и для премьер-министра. Это уже странно. А с другой стороны... Ну, это дуже сучасный подход. Мы не разумеем. Мы отвечаем на те вопросы, к которым мы подготовились, а на остальные мы не отвечаем. И вообще странно, что он явился туда, потому что в начале години запитань до уряду он туда не явился, и все возмущались, вот Гончарюка нет. Ну вот пришел, молодец, откланялся, поаплодировал сам себе и пошел. Ну, я не знаю... Ну, пришел с тем, до чего он был готовый. Ну, он потренировался, мабуть, он с чувством гордости, с чувством таким достоинства сделал. Вон тот считает себя богом, я думаю. Я думаю, что его не уволят. Вот, не честно, уволят. Мое личное мнение. Ну, мы подивимось, але якщо звільнять его. Аваков? Ні, ніхто прийде на його заміну. А от я знов хочу повернутися. Це співпадіння, але я так не думаю, що це співпадіння, що в Російській Федерації два дні тому уряд Медведєва пішов у відставку, і тут у нас таке ж саме відбувається. У нас вообще, да, я согласна, якось... совпадений не бывает. Даже если мы копируем даже то, что когда Путин пролетел на истребителе новом, после этого наш Петр Алексеевич на кукурузнике, или на чем он там летал, фотографировался. Но это была его идея раньше, чем Путина, естественно, как он сказал. А так, ну, в России-то эти изменения прошли к лучшему, да? Это прям какая-то революционный подход к власти, как говорят. Я не знаю, на самом деле, мы еще сейчас в этом... покажет. Не разбирались, да, время покажет, но в России вместе с этим изменилось очень много всего, ну, по крайней мере, по словам. А у нас, ну, вы же понимаете, мы отрывками берем, что-то там копируем, а будет ли на самом деле оно действенно вне пакета вот этих вот реформ? Неизвестно. Думаю, може, что... Може, ми живемо з такою ідеєю, що треба когось копіювати. Конечно. І у нас є варіант. Або ми дивимося, що відбувається в Сполучених Штатах, або в Росії. Конечно. І президент такий подивився, так, в Сполучених Штатах імпічмент, ні, мені цей варіант не підходить. Да. І від того він каже, давайте все ж ми подивимося, що там в Росії, і зробимо. Але я так все ж, ну... підозріло до цих всіх подій відношуся, тому що мені здається, все ж президент не дуже причетний до цих плівок, які ми всі задоволенням слухали. І таке враження, що є якісь люди, які просто мають технічні можливості послухати якісь особисті розмови,
І оці ці люди, про яких ми не знаємо, тепер вони будуть вирішувати долю країни. Вони будуть впливати на уряд, говорити, кому треба працювати, а хто має піти геть. Так, так було завжди. Це лякає. Так було завжди. Просто люди міняються, а схема не міняється в нашій країні. Ну, я думаю, що тільки так. А если говорить там о том, что президент ни при чем, он при чем только в разговоре. Понятное дело, ни при чем. Но ты-то берешь на пост премьер-министра человека, который может тебя кулуарно обсуждать. Ты готов к этому, поэтому ты должен сразу давать ответ или какие-то свои действия. Ну, правильно, должен как-то предполагать, как ты будешь себя вести в такой ситуации. Или набирать людей, которые и вправду будут уважать тебя, страну, на которую они работают и так далее. Так, поэтому... 95-й квартал, да? В шоу. Мы привыкли работать в формате шоу, и украинцам, видимо, это нравится. У меня нету других ответов на этот вопрос. А, скажем так, мы зараз скажем, что может Гончарук еще не піде у відставку, тобто не підтримує його цю заяву. Але от представляємо собі, що він все ж пішов. Хто би міг його замінити, щоб він був такий же яскравий, такий же розумний і сучасний? Яскравий, розумний і сучасний. Наскільки сучасний? Настільки про що нього... він по кабінету буде гасати вже не на самокаті, а на роликах, може навіть. Ну, у нас же, понимаете, що не політик, то яскравий. Один коров под раду водит, один на велосипеді, один на самокаті, третій дівчаток голих розглядає, четвертий этот, не знаю, що ще. Тобто у нас мільйон. До речі, да. Той, хто водив коров, зараз він не має такої особливої роботи. Роботи, да, може повернутися. І чому у нього є робота? Він за собачками своїми смотрит. Ну, це окрема тема для розмови. Я слышала кандидатури, фамілії такі, як Аваков, Яценюк. Ну, це просто смішно. Тобто ми такі молоді, креативні, перспективні. Зараз опять вернемося к старим, давно забитим, збитим льотчикам. Не думаю. Хотя, Яценюк... Мы хотели бы их забути. Ну, Аваков вообще на плаву, да, еще. А Яценюк, он-то стену не достроил? То есть его еще можно... Може, треба, да, его повернуть, потому что справу нельзя залишати незаконченную. Потому что, вот помните, один из тоже ярких, вот этот вот парламентский Йети, ой, Еременко или как, который, извините, проституток вызывал от З-команды, он сказал, что... Бачите, мы уже почали про него забывать, как там правильно, Еременко, Еременко. Да, я вот сейчас напомню. Он недавно высказался о том, что мы должны смотреть в бок Америки и должны не бояться публично поддерживать все, что происходит в Америке, особенно в политическом смысле этого слова. То есть мы должны вести такую же политику проамериканскую. Вот еще один. Ну, не знаю. В принципе, він не до кінця такий сучасний. Якби він не дівчата когось іншого замовляв би, то тоді, я думаю, і підтримка з-за кордону була б набагато потужніша. Ну, це вже проєвропейська підтримка була, правильно? Так, так, так. Тому що не дівчат у нас... Дівчат – це... Не цікаво, так? Бачила Ілля Ківа у своїх сторіс виклав, що дівчата, будь ласка, присилайте свої голі фотографії вне моєго робочого времени, тому що рискуєте стати зв'язками. Ага. То есть, девочки, если хотите стать звездами, шлите свои фотки Илье Киве. Это просто чудово. Илья Кива, он, как ТСН, он вражает. Вражает, да. Зараз хотелось бы залишити цю справу, пов'язану з нашим прем'єр-міністром. Нехай Бог йому допомагає, щастя, удачі йому і нового потужного самокату. І хотів би перейти до іншої теми. Вона дуже важлива, на мій погляд. Але я боюся, що її можуть не побачити у зв'язку з хайпом, який зараз відбувається в Верховній Раді. А ця тема, вона пов'язана з журналістами, зі свободою слова. Так що, от, про що я хочу запитати. От замміністра культури Анатолій Максимчук презентував законопроект протидії дезінформації. Пропонується штрафувати трошечки, 1000 мінімальних зарплат за дезінформацію, від 1000 до 2000 мінімальних зарплат. Це всього-навсього десь 4,7 мільйона гривень і 9,5 мільйонів гривень. Якщо ця дезінформація, вона наносить шкоду безпеці країни, то тоді можна і присісти трошечки. Також пропонується видавати індекс. Індекс різноманітним ЗМІ, тобто, ну, як знак якості. Тобто це ЗМІ перевірено. Цей патріот – це агент Кремля, правильно? Так, так.
І до чого я веду? От я зараз знаю, як себе, наприклад, поводити. Тому що дезінформація – це неправда, значить. Якщо я буду зараз казати, що в країні все добре, але це не так, то я можу попасти за грати або бути оштрафованим? Смотря какая у нас сейчас в стране власть и как она считает, добро сейчас или недобро. Мы же прекрасно понимаем, что все зависит от политики, от стратегии той власти, которая сейчас у руля. Если при Петре Алексеевиче добро было Петр Алексеевич, все то зрозуміло было. Сейчас... При Петре да. Алексеевиче я знал, что вот треба вот таке робити, и ты просто... Ну, а сейчас у нас добре по-іншому трошки. То есть, я так понимаю, что штрафовать будут и журналистов, и издания, там, или телеканалы, от которых они выступают. Но вы же понимаете, что правда у каждого своя. И я вообще не понимаю, как журналист вообще должен знать, как себя вести. Почему он должен знать? У него профессия такая, которая подразумевает, что он будет освещать, а не давать оценку событий со своей стороны. Правильно? То есть, если произошло побытие журналиста, он должен рассказать об этом. И сказать, почему оно произошло. Потому что это журналист от сайта Шаринет, извините, поэтому его нужно побить, а в нашей стране это уже плохо, правильно? И поэтому я думаю, Шария будет штрафовать и штрафовать. И вот так вот со всех сторон получается... А его будут штрафовать для того, чтобы у него не было грошей, чтобы он не смог поддерживать свою партию. Я не знаю, его просто будут штрафовать. То есть, понимаете, если раньше у нас были гонения на журналистов в плане там от каких-то С-14, каких-то там патриотических организаций, которые, в принципе, на которые можно было подать в суд и хоть чего-то добиться, или хотя бы там какой-то огласке придать это, то сейчас, получается, у нас официально, на официальном уровне гонения на журналистов. То есть, правды мы уже сказать не сможем. Мы должны будем говорить все по темникам, которых, как нам рассказывали, было при Порошенко куча, при Януковиче куча, а вот сейчас их нету. Так как же нету, если у нас темник на официальном куди, уровне? Куди ми тоді рухаємося? Я просто не до кінця розумію. Що мене лякає? Що з якогось періоду там Януковича ми казали, що це погано, потім приходить інший період, і ми казали, починаємо, ну не те, що розуміти, ми просто порівнюємо і кажемо, що в принципі все... Познається в сравненні, естественно. И вот у каждого своя правда, у каждого свое погано. И там вот хорошую фразу сказала Елена Бондаренко в своем интервью. Она спросила, а скажите, а где заканчивается государство, начинаются права человека? А вот где? А у нас в государстве непонятно, так как казнить нельзя помиловать. Где поставить запятую? А непонятно где, потому что у нас все ущемляется. Также и журналисты, которые, в принципе, должны быть, я не знаю, первым оплотом справедливости, которые должны показывать нам, что же в нашей стране творится, нет у них тоже Але уже. Но, с другого боку, мы понимаем, что некоторые журналисты могут работать, скажем так, в режиме джинсы. То есть, ну, кто-то замовив, и они Так у нас сейчас теперь, получается, узаконен режим джинсы? Или как? Ну так, если по-честному. А может, это оподаткування просто? Может. Ну, получается, журналист написал какую-то статью. Ага. За деньги. Он должен отсчитать. Да, держава понимает, что это брехня. И ага. Понимает, что просто так написать это не у будет. У нас брехня. Она есть какой-то законодательный орган, который эту брехню, в котором прописан закон, в котором прописано, что есть брехня, а что есть не брехня. Есть у нас такой закон? Ну, как я зрозумів в цьому законопроекті, але я боюся, щоб це не було брехнею. Але те, що я чув... А то штрафують ще? Так. Але те, що я чув, ну, от у нас з'явився чи з'явиться мовний інспектор. Вот. Так приблизно таким же чином з'явиться інспектор, буду... який буде вирішувати, тобто передивлятися ЗМІ і казати, оце неправда. А оце правда. Платить, тобто да. Все буде залежати. Я зараз на українську перейшла, я дуже злякалася. Думаю, зараз мене оштрафують. А це дуже добре, якщо людина лякається і переходить на українську, значить він молодець. Да. Значить, українець і патріот. Так? Так. Якщо є мовний інспектор і буде це ще такий інспектор, тобто буде від однієї людини залежати доля журналістів, ЗМІ, так? Я так розумію? Від однієї людини, то це ж теж суб'єктивно. Тоді треба, щоб ця людина, мабуть, вона нам казала. Ну, знов я повертаюся до прикладу. Оприлюднила, що є правдою, що треба казати. Да. Тому що, ну, я, наприклад, от зараз скажу, що погано в країні. І це, ну, тобто ми вертаємося трошки... до того, що у нас є офіційні темники, правильно? Офіційні правильно. Темники. Але, може, ми будемо якось по-інакшому називати, просто красивіше.
Ну навіщо красивіше, якщо ми говоримо правду? Поки що нас за це не штрафують, правильно? Поки ми можемо говорити те, що думаємо. А потім вже, коли почнуть штрафувати, будемо вже розбиратись. А як ти вважаєш, це може дійти до блогерів? От ти пишеш чудові блоги, твої твори можна переслуховувати десятками раз, мені за це не платили, я кажу щиро і відверто. Але вони такі, скажімо так, з ідеєю. От, з моєю правдою, я би сказала. Так. Доберутся, конечно. Я думаю, да. Если, ну, мы есть намиротворцы, правильно? Блогеры, все, кто думает иначе от той власти, от этой власти. Если уже говорят о том, что будут там за язык, например, штрафовать детские кружки частные, то почему не доберется до блогеров? Мне угрожают ни один, ни два, ни три патриота. Ну, это пока что только на словах. Ну, там, перебить всю мою семью, разорвать мою машину, встретить меня в темном переходе. И так далее. То есть, если они угрожают так, а теперь это будет официально, публично могут казнить любого журналиста, любого блогера, ну, я думаю, что доберутся до всех. Так как язык, закон про мову у нас вступает очень медленно, да, там через 2 года мы перейдем все, сейчас с этого года уже убралось русский язык полностью с образования, то есть после 4 класса все разговаривают и пишут диссертации, дипломы, заканчивают школу только на украинском, то я думаю, что и в плане штрафов и журналистики тоже доберется. Они как-то, думаю, национализируют YouTube-каналы украинские, я не знаю, что они буду делать, но думаю, доберутся. Все поступово. Конечно. И... Ну, если мы не скинем эту власть и очередную. Ну, це вже, я мы же любим майданик, у нас страна заклики. Майданов. Ну, давайте мы будемо виходити на мирні протести. Я не призываю ні в коем случае. Я против. Но так как у нас страна... А уже ж угрожают. Каждый раз попередники угрожают прийдешній владі. І у нас в стране нічого не міняється. Саме печальне, що це все залежить від нас. Ми ж можемо почати з себе і, наконец-то, почати думати перед тим, як вибирати, думати перед тим, як щось робити. А у нас, виходить, прикриваючись вот этими вот реформами, що сняли неприкосновенность или ще щось, да, у нас проталкиваються закони о землі, штрафи журналістам, мова і так далі. Все, що конкретно ущемляє права людей. Це дуже печально. Потому что... Давай все ж, от будемо завершувати програму, але на якійсь такій позитивній ноті. От... Ну, як обычно. Я опять на меня, да? Так, на жіночі плечі я знов перекладую цю... Печально, що мене об этом не предупредили, що треба на хорошій ноті закінчувати. Це сюрприз. Ну, я на самом деле просто надіюсь, що в нашій стране все буде хорошо, і що ми, люди, наконец-то акстимся і почнемо думати. І я прошу всіх, закликаю починати з себе. Тому що якщо ми перші не зробимо крок на зустріч у тому справжньому патріотизму, це викидувати мусор в урни і так далі, то ми ніколи не зробимо нашу країну насправді вільною. Ось так. Дякую тобі. Це було позитивно чи це ні? Це було супер позитивно. Так, дякую. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що сьогодні вони нам розкажуть. Топ-блогеры Украины. Какие итоги сегодняшнего дня? Сегодняшний день тянет за собой день вчерашний. А почему? Вот если, например, был Вотергейтский скандал, да, ой, какой был, сколько шума было, импичмент был, ужас был. А у нас здесь уже как бы там... Что там, очередной слив, очередная переписка, ну уже как повседневность такая. Мы уже скоро будем знать вообще, наверное, о разборках в семье премьер-министра Гончарука, кто кому там изменяет, у кого дети там на стороне рождаются. Поэтому поехали, новость номер один. Это, конечно же, премьер Гончарук, который поведал нам много чего интересного. Например, он с неким таким пренебрежением рассказал о Зеленском. Он рассказал о том, что ну, у него такие примитивные познания в экономике. Он не понимает, не может себе дать какие-то ответы на некоторые вопросы. И все бы ничего, ну не все мы, да, как бы эксперты в экономике. Это не значит, что мы хотим плохого для своей страны или не хотим хорошего.
Плохо то, что чуть-чуть попозже в записи разговора, который кто-то сделал, неизвестно кто, Гончарук рассказал, что и он и сам, в принципе, профан в экономике, что он там, как Шаринет написали, пофантазировал потом на тему укрепления гривны. Вот именно пофантазировал. Говорит, ну там парламент пришел молодой, потом укрепилась гривна. Пофантазировал. Так мы и живем в стране по фантазиям Гончарука. Получится или не получится. Ну вот человеку сколько там? 30? А у него какая практика хорошая? Вот я когда в университете училась, то мы практику проходили в политических партиях. Ну надо же, политологи должны проходить практику в политических партиях. А тут как? Сразу на премьер-министра. Сколько человек может научиться? Какой опыт ему это принесет? Ну профан, не профан. Что уже эта Украина не переживала? Что Гончарука не переживет? Но не только этой фразой отличился Гончарук. Еще, например, о том, как реформаторы Соросята ухандохали экономику. Вот прям можно такой цитатник. Великие цитаты великих людей. Новость номер два – это уже реакция на эту ситуацию. То есть сегодня в Раде начали все реагировать. И отреагировал и Арахамия, глава фракции «Слуга народа». Поэтому сегодня фракция «Слуга народа» по-разному реагирует на ситуацию с Гончаруком. И что самое интересное, в новости номер два на реакцию мы сюда поместим и самого Гончарука, который вынужден был отреагировать. Как известно, вчера на заседании фракции не смогли выразить недоверие премьер-министру, и это очень странно, потому что когда премьер-министр так отзывается о президенте, это говорит о том, что команда работает плохо. Так вот, недоверие премьер-министру не выразили, но сам премьер, ему бы лучше, наверное, как-то отреагировать. А как мы реагируем? А в Украине у нас одна реакция на все процессы – враги. Враги не спят. Вот как было в скотном дворе, когда у них мельница разрушилась. Свинка там была, Сноубол, по-моему, ее звали. И вот она постоянно разрушала все в скотном дворе. Был такой невидимый враг, который на все влияет. Точно так и у нас. Гончарук вышел и обратился к кому-то непонятно кому. Вам нас не испугать. Если речь шла о том, что премьер-министр будет продолжать в кабинете с другими министрами обсырать президента и рассказывать о том, что в экономике он ничего не смыслит, то, возможно, Гончарука и не испугать, а мы уже немножко боимся. Новость номер три. Пока в стране происходят важные политические процессы, типа кто-то поссорился в «Слуге народа», кто-то обнародовал переписки в «Слуге народа», кто-то записи обнародовал премьер-министра, партия Шария вынуждена работать за власть. Например, существует партия «Голос», которая сидит в парламенте. О какой инициативе партии «Голос» вы услышали? Непонятно. Может быть, вы узнали, что сделал пес? Нет. Что делает «Слуга народа» на местах? Ничего. Поэтому вынуждена признать, что да, мы пока выполняем вашу работу. Стараемся, спасаем вас. В Николаеве наша областная ячейка обратила внимание на ремонт главной площади города. Там были многомиллионные, 80 с чем-то миллионов, тендер был выигран на то, чтобы отреконструировали главную площадь города. Что сделал мэр? Залил это все бетоном и все. Николаевская областная ячейка партии Шария обратилась к нам, мы отправили к ним журналиста, ячейка написала запросы, сняли видео, опубликовали, и теперь оказывается, что пришли туда СБУ. Сам мэр признался, что проходили обыски, изымали документы, и связано это именно с видео Анатолия Шария. В общем, ребята, иногда вам кажется, что не хватает времени, надо больше и больше обнародовать каких-то переписок, каких-то аудиозаписей. Публикуйте. Мы пока позанимаемся страной. Еще одна новость касается того, что сегодня Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса. Тут бы вроде бы и пошутить хорошо, но как-то не шутится, потому что аргументы всех о том, что ну и что, все курят, ну и что, все играют, они и так существуют, они существуют подпольно. Наркотики тоже существуют подпольно, существует кокаин подпольно, героин существует подпольно, проституция существует подпольно. Это не значит, что все в мире надо легализовать. Когда начинают приводить примеры других развитых стран, где, например, казино работает, то опять-таки ключевая загвоздка здесь именно в том, что это развитые страны. Нельзя в стране, где минимальная зарплата $100, легализовать
казино. Нельзя легализовать казино для людей, которые иногда не знают, где им взять деньги, как им помочь своим семьям, как выкрутиться из сложных ситуаций. И они идут и свои последние деньги просаживают в казино. Это не очень хорошо. Вот такие вот пока итоги дня. И эти итоги дня можно назвать пока фейлом, провалом провластной команды. Что-то у вас, ребята, не получается. Тут немає табу. Оля, дуже дякую тобі за те, що ти прийшла до нас в студію. Я дуже радий знов був тебе бачити і мати змогу розмовляти з тобою. Сподіваюсь, це не в останній раз. І я впевнений, що в 2020 році нам вистачить подій, про які ми зможемо поговорити. Я теж дуже рада вас бачити. Ще прийду обов'язково. Головне, щоб не стравували за це, за те, що ми кажемо. Давайте, да, да. У кого є бокал, будь ласка, давайте піднімемо за те, щоб свобода слова у нас існувала. Дякую тобі. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.